Рад приветствовать тебя, мой дорогой зритель. Мы сегодня поговорим о конкретных датах открытия границ и что известно на данный час. Полное открытие границ во всем мире уже скоро. Это будет весной 2021 года, после вакцинации всего мира. Но это речь идет про глобальное открытие. А вот с 1 декабря, скорее всего, Россия уже будет открывать авиасообщение с Таджикистаном и Узбекистаном, заявил из лав журналистики сотрудники оперштаба. Также Путин жестко выразил свое недовольство тем, что не хватает мигрантов и их нужно доставить для работы в Москву. А теперь самое время подписаться на мой канал и быть в курсе всех новостей. Ставьте лайк этому видео, и мы узнаем, сколько людей ждут открытия границ. Внизу под видео в комментариях обязательно напишите, из какой вы страны и какую страну ждете. За просмотр всем рахмат. Скоро увидимся в других видео.